В убежище есть статьи о других персонажах с именем Кёртис. Вы видите загорелого фермера. Кёртис, англ Кёртис, фермер, живущий в Шейди Сэндс в 2161 году. Описание. Кёртиса обычно можно найти в саду Шейди Сэндс. Про него мало что известно, кроме того, что он фермер, а в карманах его одежды можно обнаружить три фрукта. Квесты. Помочь фермерам Шейди Сэндс. При первой встрече с Кёртисом выходец из убежища может поделиться с ним идеей о севообороте, заработав таким образом 500 очков опыта. Появление. Кёртис появляется только в Fallout.